Муж, поздоровайся. Ой, только осторожно. Всем привет. Это тот редкий случай, когда мы специально идем за грибами. Такого практически не бывает. Смотрите, какие маленькие зонтики. Маленькие. Это вообще мини-зонтики. Влаги не хватает. И даже если он откроется больше, он не вырастет. Маленькие. Идем мы сегодня специально за грибами. Ну, не за этими. Это так будет сопутствующие. Мы едем завтра или послезавтра на нашу малую родину. Завтра. Посмотрим. А что смотреть? Отведать могилы родственников. Привести в порядок. Вырвать бурьян. Если такого нет. Если такого есть. На. И, соответственно, будем останавливаться у родственников. Родственников у нас все меньше и меньше. Будем самой младшенькой сестрички моей мамы останавливаться. А? Ну, кто-то посрезал и выбросил зонтики. Мы люди не гордые. Да. Мы их заберем. Люди думают, что это мухоморы. Покажи разницу мухоморов. Видите, мы сегодня даже приличные с корзины. Значит, чем отличается? Нет, так надо показать будет. Это же ну, уже она. А, там не раз, это не раскрылся. Что ты его оставил? А, ты оставил там ножку. Вот смотрите. Как определить настоящий зонтик и чем он отличается от мухомора? Вот в зонтике есть вот такое колечко. Как и у мухомора. Как и у мухомора. Но это колечко, оно мухомора прикреплено. В зонтике же, ну тут надо. Вот зонтик, оно свободно болтается. То есть вот одна из, так сказать, отличий зонтика от мухомора. То есть вот я. Вот это колечко. Свободно. Оно свободно на ножке. А мухомора, оно приручено, оно никуда не будет. И еще самая такая чисто визуально, которую можно определить. У мухомора нет такой, как я говорю, пимполки. Вот эта пимполка чисто визуально сразу с первого раза можно определить. Ну и потом по этой балеринке. Мне нравятся они. Ну а тут вон у нас впереди грибники. Да, это, наверное, они их посрывали. Посрывали и побросали пока. Ну, мы их тоже долгое время не брали. Как-то вид такой, напоминающий мухоморов, отпугивал. А в той местности, где мы живем, я даже не помню. Ну, вот они тоже там были, а люди не собирали. Ну, мать моя точно не собирала. Это я знаю 100%. Иначе бы я помнила бы его с детства. Пойдем дальше. Кажется, не договорила. Чего же мы это? Мы идем за грибами. Вот эти, то отвлеклись на зонтики. За грибом, трутовиком окаймленным. Березовая губка у нас там еще сохранилась. Отвезу.
А это нарезал. Ну, его, конечно, бы попозже, чтобы не там, ну, будем такие прошлогодние рвать. Отвезем к родственникам трутовика, чтобы настойку делали и пили. Пили. Давай, Муша, дерби. Ты у нас сегодня настоящий грибник с корзиной. Не позорно тебя показывать. Скажи, что я с корзиной. Ну да, так я уже говорила. Люди не поверят, что ты с корзины. Там в этих двух пакетах, чтобы не порвались, когда будет очень много грибов, стоит корзинка. Мы уже в одном видео показывали. Как раз такие пакеты, подходящие под размер этой корзинки, идеально. То мы как-то раньше были ставили, то там, он там. Оксине опять наберем зонтиков. Ой, чтобы еще не перецепиться. Лес-то есть, лес. Давай, собирай, я тут буду собирать. Чё? А, паутина. Паутина. Вот это как раз он рассказывал. Здесь, ой, не видно. Видите, как двигаю эту полиринку. Да. Вот он. Ой, слухай, так воняет. Панна опять. Панна где-то. Такой запах стоит. Такая ванильная. Вот смотрите, вот отличительная черта зонтика. Вот это колечко, оно не прикрепленное. Оно ездит туда-сюда спокойно. Вот. Мухомора так ездить не будет. А мухомора, оно приращенное. Вон там. Ой. Ой, запах понюхиваешь. Эти панные веселки их. По запаху можно сориентироваться. Ой, людей, слушайте, сегодня что-то стоит. Сегодня суббота. Грибники все рванули, не работают. Вопли стоят. Ну ладно, мы за грибами, а никуда. Никуда в лес. Чего приперлись? Это что? И чего эти люди приперлись в этот лес? Вот это мы пришли за тем, чем мы, зачем мы шли. Ну, попробуй так как-то. Нож только ставь. А то сейчас руку еще порежешь. Вот отвезем. Ну, вот это в эту молодую часть срывай, да и все, не мучь свои руки. Там молоденький какой-то, видать, сверху. Этот молодой не мучился. Раз и все. Да, сверху наступил. Да, сегодня не разделяй, пусть так будет, чтобы посмотрели родственники. А то они не знают, говорят, что в лесу у них не растут эти трутовики. Я думаю, что просто не знают. А так увидят, подержат в руках и будут сами искать. Это самый лучший выход. Ну что, теперь пошли вот так. Ну давай, пошли, может, посмотрим все-таки, там зайдем эти, где беленькие в прошлый раз. До тех беленьких и далеко, до Китая. До Китая. Ну, пошли до сереньких, которые ближе. До Китая ему. Вот видите, какой красавчик стоит.
большой, толстенький, жирненький. Ну, какая у него пимполка большая, красивая. И что это там? Или это мне кажется? А нет, это просто уже это не выдерживает. Зонтики. Зонтик, зонтик, зонтик. Ну давай, может, еще один окаймленный в корзинку пойдет. А как? Ладно. Да ладно, не зачищай. И они сами берут. Да, чтобы он увидел, какой он есть, как он растет. Тут и весь смысл, чтобы он какой молоденький. Так будем брать чем? Да я знаю, пусть может подрастут. Ну, туда, здесь посмотри. Молоденький. Ну жалко его сейчас сорвать. Ну, его можно месяца через два прийти. А они самый в рост.